прошлое как провал. Выход один. Заглянуть туда. Словно поцеловать возлюбленную в мертвые губы, за которыми прячется тьма. Детектив Пейн? Он жив! Врача сюда, скорее! Он жив! Всем привет, с вами Пейн, и сегодня я буду обозревать расширенное издание игры Duke Nukem Forever. Как выглядит вот таким вот образом. На ней нанесено такое переливное изображение со всех сторон. С задней стороны передана короткая информация, то бишь описание, потом слоган «Поиграем, детка», пара-тройка скриншотов, даже четверка. Слово от Канобу.ру, Дюк в отличной форме. Также представлена комплектация издания, системные требования, прочая информация, текст, логотипы. С передней стороны тоже переданы логотипы и комплектация издания. Что ж, давайте вскроем. Открываем. Видим вот такой вот картонный рукав. Коробочка. Первым делом нам под руки попадаются вот такие вот фишки. Они заметно отличаются от издания Balls of Steel. В Balls of Steel вот этот значок, он выгравирован, а здесь лишь принт. И также в Balls of Steel нет изображений с задней стороны. Представлены вот близняшки. Дальше. Вот такой вот монстр. И, собственно, Дюк. Перейдем дальше. Дальше мы видим DVD-бокс с игрой. Прозрачный. Он схож с задней стороной бокса. Открываем и видим диск. С задней стороны картинка и коды. Также здесь надпись Hall of King. Видим загружаемое дополнение Duke Big Package, Ego Boost, Большие головы, 5 костюмов и First Access Club. First Access Club пока на данный момент вроде бы недоступен. Руководство пользователя, хоть и небольшое, но радует, что цветное. Собственно, особо полезной информации я не вижу. Идем дальше, видим вот такой вот комикс, мини-выпуск. Так скажем, комикс примером 25 страниц, хорошая полиграфия, издательство IDV. Вот. Ну, история о том, что делал Дюк все это время. Он дрался, сражался. Собственно, такой веселенький комикс, прикольный. Далее, заключительная часть издания, не менее интересная, это вот такой вот 100-страничный артбук глянцевым изображением. Хоть и в мягком переплете, но все равно хороший на русском языке, вводное слово. Сейчас, подождите. Графика. Вот, собственно, передано содержание. Дюк, пришельцы, локации, арсенал, друзья и авторы. Ну вот, например, изображение оружия. Далее. Монстров, пришельцев. Какие-то зарисовки и концепты персонажей. Локации. Ну и автор. Что ж, теперь предлагаю рассмотреть все детально.
все расширенное издание игры Duke Nukem Forever. До новых встреч. Всем пока.